В Роевом ручье впервые родился гуанако шоколадной окраски. Раньше все ламы рождались светленькими, рассказывают специалисты зоопарка. Так что для них это настоящее событие. Темношерстную малышку назвали Мишель. Вот только мама маленькой ламы по кличке Модница к ней оказалась равнодушна, поэтому Мишель перевели на искусственное вскармливание. Сейчас она живет на конюшне под строгим присмотром зоологов, но общается гуанака не только с людьми. Мишель уже подружилась с живущими на конюшне карликовыми козлятами. В эти выходные посетители парка смогут увидеть, как малышку кормят из бутылочки. Зоологи говорят, пьет молоко она очень забавно.